Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на своем канале. Сейчас мы будем работать над образом Святого Николы. Конечно, я не смогу сейчас очень многое сделать, потому что, как вы понимаете, просушки у нас получаются довольно-таки длительные. Поэтому я просто сделаю несколько заливок, и мы снова оставим работу на какое-то время. Я взяла охру с белилом и яичной эмульсией. И сейчас я вот делаю такой довольно-таки плотный слой, потому что у нас получились немножко грубоватые подкладочные линии. И я даже пройдусь по санкире сейчас. Если вы обратите внимание, то у нас очень по-разному получается писать охрой. У нас очень по-разному получается работать над иконами, которые я делаю для сравнительной практики. Поливинилоцетатной темперы и вот... натуральной темперой. Ну, в общем, я думаю, что это очень интересный опыт, который вы сейчас видите. И я надеюсь, что вы сможете это применять в своих работах. Через какое-то время, когда у нас получится, через какое-то время после просыхания мы продолжим эту работу. И можно этим же цветом вот поработать над складочками. На одежде. В практике иконописи очень часто встречается вот именно такая заливка, когда добавляется в охру белила. Такое встречается во многих школах, я просто сейчас уже не помню точно в каких, но когда я изучала все это, то я вспоминала ее, что это было. Потому что вот белила, они уже как бы немножко объединяют. И цвет кожи становится как бы такой более естественный. Хотя и то есть вот этот эффект, когда сквозь один слой просвечивает другой слой, и получается довольно-таки красиво и интересно. Ну, конечно, у меня не получается быстро снимать все эти видеоуроки, потому что так получается по времени сложно. И сейчас я уже объявляла, что я готовлю курс по темперной живописи. У меня такие курсы будут по рисунку, акварели, акрилу, масляной живописи. Поэтому, естественно, мне нужно время для этого, но я думаю, что будет очень интересно, потому что каждый делится какими-то своими знаниями, и в общем
тот, кто ищет, может себя обогатить, используя знания других людей. Я пока не буду ничего исправлять, пускай так просыхает, потому что если я буду снимать, я могу снять нижний слой. Спасибо всем за внимание, всего хорошего, до новых встреч.